Гавр, давай, Дали, красава. дали, дали, Я дали. тебе верю. Быстренько ДКшника забафайте, сейчас залетит. Не. Давай там, приступа, Сейчас крест касочка. Кончится. Что тебе, крест кончится? Меня на маге засуманьте, пожалуйста. Какой блядь. Токен падал с королей? Воин, жрец, друид. На ДД рулишь. Так что? Ты на ДД рулишь? Угу, там фул. Напиши. Да, напиши на всякий случай, чтобы вопросов потом не было. Ты же собирался его там собирать, хуй пробей, когда? А за кем бегать будем? Ни за кем. Ох, разница, сами видите, что обвал. Выбежали, влево или вправо сместились. Все, давайте на готовность проверяем, пока. Пристабав подавал? Я не знаю. Да, дай пристабав, я же умирал. Все, скинули вам пристабав. Сдох, как рак последний. Не идите сразу, на пулы скидывайте в тираторку. У нас хан, два роги, все в тираторку скидывайте на пулы. Постоянно, да? Так, а да. Сам наперед, да. Окей. Так, все, все готовы, даю время на отсчет. Сразу не бейте никто, дайте набрать агро. 5, 4, 3, 2, 1. Ждем, ждем, ждем. Да не бейте, блядь, ну что же вы. Похуй. Подвар, ты или в лед не вырубил случайно, точнее не оставил ли? Все, поехали, обезмажить. Подаван, лёд. Сука! Сука! Где наш танк, который воет, и где? Убирай. Вся так, ротация хорошо. В пизду! Нет, бывает. У тебя ротации, ебать, ты на ФДК. Какой ФДК у меня на холле? А тогда в пизду нет там ротации. Гаргулью дал, отдыхаешь. Разбежали на своей метке. Черепа, блядь, осторожно. Еру. Заебись, у меня так минуту баф провисел, так ни одной криты не пропнул. Охуенно, это 4. Дебилы, блядь. Бывает в жизни огорчение. Че, 24 шли, что ли? Ебать, у меня что-то с Вовом. Что? Я пол экрана черный стал. Нет, у нас ливнул один человек, допустим. То ли вылетел, то ли ливнул, непонятно. Либо, наверное, просто понял, что не сможет. Ой, ты если что, говори, где обвал, у меня вообще пиздец происходит на мониторе. Мне Вов да похуй, нас не убьет, блять, мы сильнее. Аргумент. Ну это он вылетел, когда я проснулся, ебать. Ну вообще это была девушка, ну ладно. Откуда ты? Мы что-то не знаем про Войда. Ну там по нику было понятно, и вроде как в женском. Я не аргумент. Обвал с этими обвалами. Женский ник нихуя не аргумент. Я имею в виду в дискорде. Нихуя не аргумент. Ладно. Закрываем тему. Может быть, это парень знает, что к девушкам особые привилегии. А что, вот никто в детстве Вовку, когда начинал играть? Приготовились. Разбежались по своим меткам. Когда сказали разбежались по меткам, а подаван бежит прям под боссом. Так оттуда все убегают. Кроме там. Там бля, воет, все, короче, завязывай с этой хуйней. Я прям... так помажете святыню не сразу. Ах, ты кого наебываю, сразу. Я прям вижу, как ты уже меня догоняешь по игру. Завязывай с этой хуйней. Он только проснулся, дай ему оклематься.
Монки, ты лучше на пул скидывай, это да, пиздец. Ты бы еще сказал, ты тысяча... Сука, блядь, я ты не выхожу, заебали. Я знаю, что ДК набирает не юридически. Ты такой интересный, блядь. Ты бы еще сказал, там, ты не 2000 набирай, ты 1650 набирай. 1999. Ага. О, дата рождения. 1,2 ЛПХ кинь. Я бы на этом отстрелял. 1,13. Нахуя подавление боли отдали? Ну ладно, что тебе жалко, что ли? А давай ты попробуй сдохнуть, я там соло заканчиваю. А какая разница, там ДДшниками милики начнут отваливаться. Да и похуй. Мне-то не жалко, ебать, да. Когда первый день, короче, выпустили вот этот броль маги, тебя Мишкой танчил, решили что-то, говорит, о, это тут в одного танка, блядь, все можно. Да, да, мы так же. Он тоже так же. Ебать, я стою такой 20 стаков, блядь, все велики сдохли, блядь. Бывает. У меня тогда еще 70 тысяч не было, было где-то 60, 63 что ли. Владюха, ты че, ебанулся в лицо бить? Я, блядь, после череды туда попал. Готовимся, через 5 секунд будет обвал, Валера. Ой, этот притяжка, Валера, прожмешь 50 на 50. Ага, ты только мне скажи, когда будет 2 секунды. Нажимай, нажимай. Разбежались по своим меткам. Да я по КД не зыбку даю, там вообще хуй сдох. Ага, Макс сейчас надеется, смотри. Не говори гоп, пока не перебил. Это был вызов для мага, он такой, бля, не спасет меня твоя незыбка. Нет, там у мага хп было мало тысяч. Да, это понятно, в том и суть. Маг глыбу мог. Глыбы нету, что ли? Зажопил. Сука, бля. Думал выживется, не глупо. Что ли? Ты, конечно, просто уверенный. Согласен. Он просто поверил танку, который его наебал. Один КХП просто такой. Да хули там, там же не дамажит, ебать. А хули этот груз. Это лок умер. Он в завале, наверное, да, он в завале. Да в завале, блядь, стоят лок вообще. Но он выбегал как раз, и, видимо, не прохилили в этот момент. Не, понятно, что ты вышел, на ДПС толкнул. Вряд ли тебя кто-то успеет обогнать, так что управляешь, наверное, ты не весь выпадет. Сам тебе вообще нужна. Че, я понемногу буду давать, да? Бля, ебать, я уже не хочу в завалах стоять сейчас. Да не сели уже, похуй. Да, согласен, похуй. У тебя хп не опускается. Да, вижу, парирование, уклонение летят. Вон, на, нахуй, тычка двадцатку. Короче, я тебе дал руки, там 15, а ладно. Блять, ну метательная, ладно, никогда не падала, пусть. Падала. Да? Да похуй. Помойка упала. Посмотрел трансмог, говно может быть. Надо кому-то с меткостью. Да, где штаны на воина, блин? Их нету. Жека, ты видел, я плащ чарнул, как ты говорил парняшкой, на 7-м месте. Ну, ты поэтому босс не суди, здесь РТД слабо дамажит. Ну, магические дома, потому что у них сало кидается. Я еще пламя купил. Пароль тебе метательная. Надо кому-то. Тоже хорошо. Все, никому больше. Нихуя сюрикен такой, блядь. Ой, ебать, у меня подчинилось и все. Ты воротник не тому отдал. Ничего, он его расплавит. Кому я отдал? Облачко сролил, наверное. Посмотрите, он два раза заролил. Да, он два раза кинул. А, он типа, видать, в прикол ушел и решил наебать или что? Чел, ну, блядь, ты будешь так наебать, я просто кикну. Не нужно так делать. Сначала у тебя же только первый ролл засчитывает аддон, тебе похуй. У него нету, может, аддона. Пароль тебе, охотник, ДК, мам. Я про Женьку. Да, ну, я теперь... даже не вижу, я по аддону смотрю, мне, в принципе, вообще ничего не вижу. Говорят, нет, там 6 выкидываешь, это как сотка считается. Да, знаешь, да, что? Да. Маху, 97. Мага нету штанов? Вроде нету, да? 5 маг. Заебёшь, маг. На 5 маг этот. 219 у него штаны. Угу. Пиздец, ну второй раз с нами идет, ебать, просто роляет. Одевай мага, по сути. Нихуя, блядь, а он ебать, еще... внимание уделять. Ну сролил и сролил, плохо вообще.
Он КД типа сбросил, да? Он же вчера был. Не, он вчера был, подожди. 25-ки в ИКе. Мы его ИК добрали. В следующей жизни повезет. Да и, Мак, уже иди к нам в гильду, чтобы уже с нами одеваться. Чё ты уже как не родной. Слишком много внимания уделяете просто Маку. Не, просто замечаю, что он вчера в ИКе шмоток 6 пиздил, ну, да? Ну что, похуй. Одевается парень, чё вы хотите от него? Да, это понятно. Ну, он одевается, не, мы комментируем. Рофлим, да. Сам факт того, что он забирает шмотки нон-стопом, кидая роллы под сотку. Ну, потом еще их 25 пойдем, кому-то надо оставить. А там уже маг отвалится. Все. Рвало можно будет пойти с вами? Ну, если он соответствует требованиям. Ну, 225 он, по-моему, у меня. Он тоже в гильдии. Все чарки, сакеты есть? Да. Там даже одна Т4 на нем. Вау! Ну тогда ты да. Ты реакцию ожидал. Ну что-то он нихуя нормально не дамажит у меня. Я зарофлил, блядь. Я поставил. А Вара что вышел? Вара, ты что вышел? У меня проходки нету. На магика? На него не надо проходку. Там так же, как и... Я-то думал, уже ИК-25. Не, кинь магик. Кинь плюс. На ИК-25 не нужна проходка, забей. Не нужна? Да. Отменили. Отменили. Мы уже давно отменили. Кинь плюсик. Я уже добрал его. А, все, обратно. Окей. Да, на магика лети. Что ты, блин, сурикен, блин, спел у меня, блин, и свалить решил, а? Да я его вообще на трансмог, думаю. Он, блядь, хуже того, что в ульде упал. Ну, отдай человеку, которому нужна. А тебе нужно? Ну, у меня вот такое, я тебе сейчас, это, в гильду литгану. Че, я тебе скину. Ну, чё, а они же, по-моему, такого? Одинаковые, не? Бля, да они пуля в пулю одинаковые, чё нет-то? Там крита больше. С чего бы больше? Вот смотри. А у тебя мастерки вот, сколько? Смотри, сюрикен и твой. Один в один все статы, пуля в пулю. Тут нет, мастерство, а там крит. А тебе мастерство не надо, если ты уберешь этот сюрикен? Крит как бы больше нужнее. Нет, сначала, сначала меткость, мастерство, а потом уже всякие остальные... Монки, ты пытался его присумонить, но он прилетел раньше. Да, я видел. Сначала всегда собираешь меткость, мастерство, а только потом остальные статы. Если у тебя мастерство сейчас не 26, то это как раз таки косяк в ДПС основной. Потому что парирование есть. Отлично. Да, если ты рога, то арп собирай. Ну, с рога все равно надо сначала. А что у тебя? Да мастерство она сама наберет. На там. У тиратор. Че? ДД есть. КД? У меня шмонят, я уже почти улетел. Просто не слышу. Ретрик. Че стоим? Шкаф стоит, да, шмоньте, блядь. Да я на кубе постою, че ты переживаешь? Славик, все есть, просто все остальное бомжар. Постоит на кубе. Я найду кубик, да, встану на него и буду кайфовать. Смотри, чтобы кубик тебя не нашел. Я кубик. Не встал. Кубик, если меня найдет, я бабл камень. Прям во время магика бабл камень пацаны. Ты на собрании так сделай, Вольде, когда на тебя добавки нет. Да. А бабл, по-моему, не это, да, не помогает. Там ничего не помогает. Почему? А, помогает? Чё, кстати, этот, как его, блядь, шмот этот с блоком выбили? Там мы вчера не пошли, что-то народу. Могли найти, поэтому я перенес на среду. А это инфа есть у этого у Мейтнерия? Сколько там кап блока? 2,4%. А, это? Это я знаю, что проценты. Вот именно. Это 5400 вроде он говорил. 5400? Это он спрашивал, точно узнавал? Ну, он у этого, у челика с Exiles спрашивал, с ним общался. Короче, это сотка инфа, да? Ну, в любом случае, мы в ВК-25 приблизительно доберемся до только когда. Что за нерфа, как бы? Я не вижу смысла идти сейчас. Я думаю. Там это так, пиздец что? Не бац. Давайте посумоним, кого-то тут еще нет. Все тут, давай. Все тут. Тут все уже. Все тут. А, па-па-па-па-па. Что у нас? Анфоли, позбивай звездочки, иначе пиздец еще будет. Че я, блядь? Разбиваем, разбиваем. Точно, точно.
А, я не позбавляю, я не жду, не ДК, я в милизону побежал убиться на. Привычка, да. Бейте точечно, не бейте массы. Я череп ставлю, вливайте у него, пожалуйста. Отбежали РДД от огня. Ебать, пиздец. Да, я думаю, что за хуйня у меня бизнес дома порубился. Бесят вот эти койлы их не, блядь, бесконечно. Так давай, что-то он следующую метку поставил. РДД, выбегите. Добивайте, потом сыграем. Почти в убитого. Тащи еще вот. Да, вот уже побежал, я тут постоянно. Ну что, прошу. Направо спускаемся. Да зачем спускаться, мне идут уже. Да я с той стороны тоже поднимусь, заебись. Да, ну пока не торопись. О, чтоб он очко не порвал. Страшно, сука. Абсолютно точно. Загнял. А, ну все, закончился. Ну что вы говорите, загнял? Можно подождать? Как потеет, да. Я же вчера на хиле потел. Потел. Там еще один с той стороны остался, будет. Угу, да похуй. Аргумент. Ну кто-нибудь приведет вон Владуха. Кого да, привести? Да мы уже ласта, когда заденем, просто в ноги. Налево спускаемся. О, бля, притащили. Там один за нами идет, сзади. В засаде. Заебал, понял это. Да, подождите, дайте Хилевый собрать. Тире. Собрать дайте на пульте. Так, выводим. Загнет. А, ну да, койл, конечно. Вывел, ёпта. Ну ты типа можешь вообще тут ничего не делать. Койл кидается, ты уже типа вывел. Да, я вот о том и говорю. Самый легкий трэш в моей жизни, блядь. Не, ну тебе косты еще надо сбивать, желательно. Ну я один сбил вроде бы, да. Ты уже хорошо. Ну видишь, еще сбил, блядь. Или я его, хуй его знает. Он начал кастовать огонь в стане, блядь, он что, охуел? Да, диспель не, ага. Приз хочет отвалиться? Ну вот этот, слово тьмы боль вроде можно диспелить. Не, слово тьмы-то он понятно. Он может на другое диспелить. Да, он же два стака магические диспелит прист. Через здесь как колдовство. Ну, если у тебя рассеивание магии, два сразу магических эффекта диспелит. Разве нет? Сейчас, секунду. Рассеивание. Линканиды же. Ну, это понятно. Ты если точность диспелишь... Там он еще моб остался слева, залейте его. Так один хуй. Прикинь, финансовый... Всё, ты никто не хочет? Два человека всего лишь. Я ни разу не стоял. Ну, ничего сложного. Кто хочет, кидайте плюсик. Не, если я вайпну рейд, это пиздец. ГП получишь. Ой, это жизненное облегчение. Нахуй надо. Так, тюраторка. Писюны себя скидывать потом. Да, ты пока все растаешь. Полклет. Можете пока покурить, да, кто там не на кубах, нигде. А сердолики за УД не продаются нигде? Ну там... Нет! А как вот они УД продают? Что значит продам УД? Ну, есть шмотки, которые за УД продаются. Камушки вот эти вот, из которых делаются ЛК камни. За УД также. Там некоторые можно продавать, и они будут персональными при надевании шмотки. Ну я понял, там я... Старые ледяные. Да, там, по-моему, только на лучше, если я не ошибаюсь, можно. Да. Вот по стану камнями выгребают. Ставлю на вас метки и ставлю метки на куб, на котором вы стоите. Смотрите внимательно. Так, а не проще камни на аукционе идти продать? Ну, кому-то проще, а кому-то... Хорошо. Топ там продал и все. Учитывая долбоебов на аукционе... Так, еще и кто-то там еще, да, был? А вон электрон стоит. Все, метки поставил на кубы, соответственно, ваши.
который на вас. Ну и там стоите по сбитием коста, сейчас скажу, что. Так, убиваем косты. Электрон, сбиваешь звездочки своему. Сидишь на нем, сбиваешь косты. Тому, кто на звездочке стоит, запоминайте. Хорошо, Монтан, Трусан сбиваешь. Кто там на кресте, позбивает локомотив. Слышал локомотив? Тому мобу, который стоит на кресте. Отлично. И давай, я не знаю, Анзай, побей косты, которому на луне стоит, хорошо? Анзай, услышал? Отлично. Ну и танки позбивайте основной цели, которые квадрат Войд позбиваешь. Рыба будет? Да, Войд тогда собирает троих справа, ну двоих, и в центр своди, а тераторка двоих заберет. Рыбу ставлю, кушайте рыбу. По бомжам сейчас скажу, можете массой заливать мобов, главное косты бейте. Что тебе еще 5 минут, что не хватает? Сейчас буквально секунду. Да мне тут дома помочь, на трэше мне не будет, еще 5 минут. Ничего страшного, не умрем. Это, Жень, подожди буквально секунду, мне релогнулся, дом ебанулся. Давай быстрее. Так что я если не подтвердил, ничего страшного. Все ок, понял, главное зайди в зал. Маляра, слышал твои два слева. Вот. Да, я это услышал. И на квадрате стоишь. Да, сейчас. Босса никто не бьет, кому активируется, ждем, пока поставят его. Кубы, кто стоит на кубах, нажимаете на кубы и не отпускаете, пока у вас там летальный урон не прилетит вот-вот. До талого держите. Так, на АФК, проверяю на баф. Все есть, все отлично. Даю отсчет и поехали. Так, ну вот ты квадрат хватаешь, да? Один. Можете массу не убить. Главное просто сливать. Он холис, да, бомжи? Ну нажми эту. Ну ладно, неважно. Войд, скинь бомжей. Каст не сбивает. Монтана, скинь бомжей. Никто ничего не филяет. Потаван, скинь бомжей. Дал. Все, добиваем. Ну, лох постоянно пизди получается. Вдруг они на первом месте по уровню. Все, кубы рядом с своими платформами, тритесь. Ждем активации после еще 45 секунд. Так. Быстро мы стали заливать. Да, ДПС нормально, вот и все. Стои, масса сейчас стали. Мы бы раньше тоже быстро завалились в массы, но просто у нас бы кто-то умирал, потому что точно-то более своего. Тут ДКшника просто дохера на самом деле. Да не обязательно подхиливать. Хочешь подхили, хочешь нет. Там у них ДЦ есть, он будет раскидывать щиты ближайшим своим. Он стоит, по-моему, на луне. Ну, да. Тебе можно... Ну, звездочку и трусы главное подхиливать. Главное, через центр не бегай, так можешь. Не серия, маг? Shot gold. Тебе только мага по факту подхиливать, и того, кто на трусах. Так, надо обнулить рекаунт, ебать. На трусах ДК, уверенно, так встречу. Готовимся, босса появится. Ждем, никто не бьет, кроме напулов. ДК, да не бей ты, встань ты на куб, ДПС не хватит. Че ты? Сейчас что вдруг? Огонь словишь, сдохнешь как-нибудь. Все, можете бить, поехали. Бля, мы даже Геру нам его убивали, пизданулся. Да, хуй с ним что. Облачко, ты что здесь стоишь? А он же сказал, да, пока что не сечу. Ну, он
заебись, он как раз у стены теперь стоит. Почему получает урон? Сейчас будет скоро вспышка. Подходим к кубам. Да еще не скоро, еще 17 секунд. Ну а что это? ДЦ не надо так ходить через центр. 15 секунд до кубов. Подошли к кубам, стоим рядом с кубом, ждем. Садись, кубы. Помогай навешивать раскол. 5 секунд до кубов, ждем кубы, стоим. Прожали кубы. Держи. Ну а ты меня можешь хилить. Я выдержу. Магию какую-то побить раз в 100 лет. О, облачко проснулся, побежал бить. Стоп, ему там облачко. Вспышка через 15 секунд. После откидывания подходите к кубам. Ну, ждите. Попушка Любятова. Подошли к кубам, ждем. Нажали. Отпустил. Мах отпустил, он боялся, что его не прохилят. Мак, ты еще щит маны можешь на всякий. Может. Пока до 30% здоровья не упало, держим кубы. 30% если упало по какой-то причине, тогда все. Чем боится, блядь, не понятно. Не доверяет он просто. Ты чем дольше держишь, твой ДПС вообще здесь ничего не решает. Ты чем дольше держишь, тем больше за остальных. А, ну хорошо. Да ну тогда 5. Это, локал останься там с... Или его. ДК это явно вытерпит, у него 30 косарей здоровья. А приз там себя похилит, он ДЦшный. Он еще и ближайшим должен кинуть щиты. Да, он еще и... через 10 секунд подошли к боссу. Ой, подошли к этому кубам. Ждем, сейчас вспышка будет. Нажали. Ну дайте крик на хп, Лары. А, кому не хватает бафов, я подойду кину. На ком ничего не висит. Кому кулак дать? На ком не висит. Нужно отъебись от нас. Вар. На, держи. Крик на хп просили, блядь, нахуй нам кулак. На АП же. На хп, блядь. ХП сказали. Да, значит я проебался, пиздись. Вроде всех бафов. Сейчас готовимся, я скажу стопнуть, никто не будет бить, чтобы подобвал не зашли с кубами. А что, у тебя бывало такое? Бывало. Да. Да, X2 было один раз. Все, топнули ДПС, никто не бьет, развернулись спиной, ждем. Кубы через 15 секунд. Кто-то бьет, хп падает. Еще раз говорю. Только танк бьет. Ждем, кубы подошли к кубам. Ждем, сейчас через 2 секунды будет. Нажали. Кто-то наебал. Можете дамажить. Сейчас обвал будет. Нажмите защитные способности, у кого что есть. Ну. Что-то станило вообще, нет? Не знаю, я бабл прожал с массы край, мне похуй. Не застанило? Я сильно независимый. ДКшника чуть подхильте на трусах, чтоб фловый был на кубе. Через центр не стоит бегать, локал. Я просто это, по потолком заденет и пизда. Сейчас периодически все равно будет потолок сыпать.
обшел потолок, супер. Подошли к кубам, ждем, сейчас скоро они будут, еще одни нужно будет нажать. Я не знаю точно, когда будут, потому что таймер слетел, просто на реакции ждите. Нажали? Да. Держим до конца и идем пиздить его. Все, да, можете идти его пиздить. Интересно, вот у незыбки ренжа какая, блядь, бесконечная? Ну ты до меня достал до квадрата, то есть с другой противоположной. Там же написано, сколько. Сколько? На весь рейд, если на весь рейд, значит весь рейд будет давать, а это значит на весь рейд. Нет, ну типа есть же ренжа. Логично. Ну так вот, блядь. Оно дает на весь рейд, значит оно будет... На весь рейд работает. Вот у этой, у паладиновской сокры не так вроде. Нет, это не у палка, все нормально. У паладина написано 30 метров. Как и посох. Мешок ролим. Их 25 сейчас еще пойдем, не знаю. Ну, грубо говоря, до меня ты достал, да я стоял в квадрате, а ты до меня да, достал. Да, я вижу, но я по воду смотрю. Жень, маг, для маг вас умеет плохо ролить. А для меня была хорошая новость. Ролите мешок 20 лутов, у кого еще такого нет. Это боссовый мешок. Опять маг. Скорее боссовый лут какой-то выпал. Ну смотри, правда ДПС поправился. Бля, я бы на шамана бы, конечно, пояс. Урона больше. Ролите голову, там кольца 245. Бля. 9, отлично. Он холли почти забрал. А нет, нихуя себе оттеснили. Ну, почти. Почти. А, ты уже этот квест сделал? Если вы уже сделали квест, больше нельзя полутать голову. Кто там, ДК следующий? Нет, почему? Два ролла кинули одинаково. ДК, дедпинт. А, да, ДК и аркрайт. Так я не сделал, я ребя, я не делал. Полслед первый, алё, блядь. Там лок и этот, лок и блядь. Я не делал. А, вижу, почему тебя сразу не отдал, не знаю. Может, не на того тыкнул? Не-не-не, у меня прям написало сообщение, что нельзя передать. Это пишет обычно тому, кто уже делал. Что-то забагало. Шаманзай, тебе нужен пояс? Шаманзай. Все, спасибо за... Меня мне не надо. Хорошо, парольте все остальные там, на успехи куда-то еще. Ну, а нет. Чё мне в ДД выкибать? Хилу отдам паладину. Там все-таки хиловкой пояс. Чё узнаю, бать, подожди. 226. Тоже ключу. Подалан ДДшником идет, да, сегодня? Прольте кожаные перчатки. Надо кому-то роги. Роги не хочет. Ого, анхоли ушел. Ну да. А, не выпал хребет. Ну так, пароль. Да, одна и та же тэшка постоянно падает. Все как хуйня падает. Согласен. Что ли я два раза нажал? Я за 4, у меня два раза не отображается, у меня только первый раз. Блин, ну как так-то? Анхоли назад заивайтесь. Так, ну все, кто не идет, вы клевайте. Возьмите меня обратно. Нет. Я сейчас на пала зайду тогда. Заходи. Ты видел ДПС-то? Поправился, я был в жопе.